Мы на месте. Мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свой биополе на период сеанса. Доверит она. У нее накидка с капюшоном полностью, завязанная на шее, темная, длинная. А вот эту накидку она вытащила. И под накидкой у нее тонкие тела, они как в какой-то резине, что ли. Резиновая она вокруг нее. Кеннер, разрежь. Оболочка. Разрежь эту накидку, разрежь эту резину, эту оболочку. И вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, которые связаны с этой накидкой, выводи из биополя Натальи. Все это выходит и формируется перед ней в шар. Эта резина, она выходит, и она выходит именно из тонких тел с разных частей. То есть она туда как... Она, мало того, что она ее обтекает, да, обрамляет вокруг, но она еще вставлена в разные части. Голова сдавливает, то есть она как живая, может уколоть где-то, да, вот, то есть она проникает в нее в разных местах, сжимает, колет, как трение какое-то ей создает на биороботе, создавала. Хорошо. Да, она обшарпышла. Отправляет это в клетку, тюрьму. Еще что-нибудь есть визуальное, что мешает сканированию? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Натальи под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму, и ответственность за переподключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Натальи, находит все. Выстраивает эти накидки, резиновые оболочки, каналы к ответственным и притягивает их в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Ну, здесь рептилоид, 2 Грея и инкуб. 2 Грея. И инкуб. У нас 3 канала, рептилоид, 2 Грея и инкуб. Итак, рептилоид, 2 Грея. Сколько вы находитесь в этом биополе? Они показывают квартиру. Да. И вот эта энергия, которая как резина, да? Угу. Она везде, по всему дому. То есть они не конкретно в ней находятся. Они находятся в доме, у них стоит, во-первых, плата во всей квартире. И вот эта энергия, как резина, которая, она гуляет по кондиционерной системе. То есть вы весь дом подключили к этой энергии, в каждой квартире находятся эти платы? Не в каждой выборочно, не все интересны. Где-то уже переполнены. Мы не можем подключиться. Понятно, я говорю об этой квартире. У вас там находятся ваши подключки, ваши платы стоят, да? Платы есть на потолках. Кому вы еще подключены в этой квартире, кто там живет? Но он показывает, что эту энергию получают все, так как она там присутствует. Итак, Грей, я так и не услышал, сколько вы находитесь в этом биополе? Резиновая оболочка – это то, что она получает из вентиляции, то есть из кондиционерной системы в квартире в своей. Я не понимаю до сих пор, сколько по времени находится с этим воздействием в этом биополе? 1,5 месяца. 1,5 месяца. Это мне уже больше понятно. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Значит, он показывает то же самое зеркало. Выходит, заходит, одел накидку. Зеркало в квартире, портал. Ванна. Ванны. И сколько ты присутствуешь в этом биополе со своей накидкой, когда ты вышел? Заходил, выходил раньше накидка около месяца. Около месяца. 3 недели идет. Хорошо, мне этого достаточно. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические сферические каналы к рептилоиду, Грею, инкубу, к этой накидке и резиновой оболочке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Наталье. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз, выстраивая прямой канал от Натальи к этой накидке резиновой оболочки и реверсом возвращая все негативное и патогенное, что она получила от них. Усилию потоки в 50 раз. Они показывают, рептилоид показывает, что иногда она делала какие-то удары и как отбивала в каких-то частях этого. Резиновую оболочку, а тогда она ослабевала. А что она делала в этом случае неправильно? Она может своей энергией, если она ее чувствует, сжечь ваши подключки. Что она делала именно неправильно? У нее не хватает силы. У нее не хватает сил. Сил не хватает, потому что нет понимания или глубокого понимания материи. Каких сил ей не хватает именно? Физических сил, душевных, духовных сил, каких сил? Знаний. Это другое дело. Хорошо.
Знания, они укрепляют и усиливают энергии. И вы это видите, да? Нам не надо это видеть, мы чувствуем. То есть конструкцию можно сжечь, откинуть, или же она будет идти вразрез с нашими энергиями, тогда мы уходим, нам неприятно там находиться. Я понимаю. Но что делать, если присутствует вся квартира в этих платах стоит сейчас? Энергии все он равно это же будет. И показывал, что да. Мы снимаем платы, когда энергии сильны. Понятно. Значит, не хватило пока они сил. Они могут как уничтожить наши платы, сломать, зажечь свои энергии. Кто они? Знания и тот, кто имеет такие энергии. Это верно. Через знания. Так и есть. Ну, направление правильное. Рейв закончился. Знаний не хватает. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Наталья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Наталья себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Они возвращаются энергией по чакрам, они заполняют места там, где были они пробиты вот этой как резиной, которая входила в разные части тела. Угу. Там остались пустоты от этих. Мы их заполним энергиями, конечно, после того, как все уберем. Есть. Хорошо, начинаем вытаскивать то, что еще не вытащено, инкуб. На твоей чистоте что-то осталось в биополе, что я не вытащил? Да, у него есть маска, как размытое лицо. Размытое лицо. Такое впечатление получалось, когда на нее смотрели. Хорошо, выходи, снимай эту маску, отключайся полностью. Как ты пришел, я понял. Ты пришел из зеркала. Но на что ты зашел? Ты увидел чистое биополе, в которое можно подселиться? Или был какой-то призыв на твоей чистоте? Она смотрела на него, он смотрел на нее. В зеркало, да? Угу. Он все снял? Да. Идем дальше. Рептилоид, Грей, что-нибудь на вашей чистоте осталось, что я не вытащил? Нет. Даю команду на рассинхронизацию Натальи с рептилоидом, двумя греями, инкубом, накидкой и этой резиновой оболочкой. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Включая внутренний белосвет Натальи, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкооберационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Здесь идет информация и показаны ее энергии. Энергия да. Арктура. Это то, о чем говорила рептилоид. Если она из своего стержня направляет эти энергии в места под ключик или расширяет их за пределы своего тела, это те как раз энергии, которые могут сжечь все подключки. Вот я и боюсь, что она неправильно поняла. Она использовала свои, может быть, энергии на физическом плане или свои какие-то душевные, духовные энергии и так далее. А надо использовать энергию родного объекта. В этом случае Арктур. Надо именно эту энергию и озвучить, сжигая все эти энергии, любые подключки. Я боюсь, здесь этого не было озвучено. Ну, чистая. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. У меня здесь еще один вопрос к рептилоиду и Греям. Наталье приснился сон, что кто-то обманом сделал ей укол в шею с правой стороны. Кто это был из вас? После этого у нее жутко разболелась голова. На днях это было. Но они показывают на это резину. Это то, что я объясняла раньше, что она входит или сжимает голову, или входит в виде укола, или какой-то штырь, можно назвать. Ну вот, они показывают, что левая, она правая, может отдавить. Рука или еще есть какие-то ощущения, что это что-то натирается. Угу. И значит, на физическом теле это отражает. Все понятно. Теперь понятны эти все симптомы, которые были описаны. Ну что ж, мы здесь закончили. Инкуб. Первое, последнее предупреждение. Ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Под его накидкой открывается воронка в галактическое ядро. Накидка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Да, Ли на связи. Приветствуйте, Али. У нас здесь рептилоид 2 Грея полтора месяца находились в биополе с какой-то резиновой оболочкой.
Это как бы энергия, которая накапливалась, как я понял, из плат, которые установлены в квартире. Мы их будем еще снимать, но в процессе работы мы узнали, что там много квартир в этом доме подключены, имеют эти платы, на всех идет это воздействие. Все, что мы вытащили, эту оболочку, она находится в клетке. Она показывает, что это энергии, которые находятся в кондиционерной системе. Я могу ее почистить? Имею право? Да, это она и показывает. Энергию абсолютно туда нужно запустить. А yes. Все остальное они попробуют снять. Благодарю тебя. Обязательно сегодня. Сейчас прямо и сделаем. Хорошо. Ты забираешь оболочку? Она тебе нужна? Да, забираем. Забираем рептилоид, агреев и резиноид, резиновый шар. Благодарю тебя. Готово. Клетка у нас пустая. Давай заправим сейчас Наталью энергиями. Поднимем вибрации. После этого перейдем к чистке, проверке квартиры. Посмотри, сколько энергии нужно Наталье, какая частота вибрации. 385 и 26. На четыре макушку головы Натальи начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 385% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Наталья, мы закончили вашу проверку. Все, что нужно было выяснить, мы выяснили. Как вы себя чувствуете? Очень гармонично. Отлично. Надеюсь, вы поняли, что надо работать с энергиями Арктура, а не просто с энергиями какими-то. Сейчас мы возвращаем вас назад и сразу переходим к вашей квартире. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Натальи в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаясь от объекта, квартиру Натальи ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Да, я здесь. Входи в квартиру. Клетка установилась. Да, кто у нас? Здесь неупокоенная душа. Неупокоенная душа, хорошо. Бес. Есть. И воронка. Под воронкой открываю портал в галактическое ядро, и она уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Какой у нас бес? 5. Может, ты черт еще, а? Но он хочет бесом быть. Ты должен представляться тем, кем ты есть. Итак, кто ты, бес или черт? Ладно, черт, давай переставай со мной играть, я этого не люблю. Сколько ты находишься в этом доме? Откуда пришел в эту квартиру? Портал показывает. Где он? Зеркало? Нет, это спальня, вход. Хорошо, бес. Давай, я тебя буду бесом называть. Хочешь бесом? Без проблем. Давай, выходи, собирай все свои комочки, одеялки, сеточки, все, что ты раскидал по этой квартире. Она меня интересует. Собирай, возвращайся назад, приступай. Здесь есть места, которые он обходит в квартире. То есть он появляется из портала. Да, космический. И энергии, которая от нее исходит, он ее избегает. Но комнат много, ему мест хватает. Понятно. Собрал. Хорошо, пошли по квартире, показывай мне все порталы, я все буду закрывать. После этого, если хочешь, могу тебе собрать весь негатив в дорогу с этой квартиры. Пошли. Ну, он показывает вход в спальню. Дверь? Что там? Но это не дверь, это именно вход. Он такой... Он вибрирует очень сильно, он показывает, как он заходит, исчезает там, а выходит оттуда же. Это портал, да? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Дальше. Дальше зеркало в ванной с правой стороны. Под этим зеркалом открываю воронку в галактическое ядро, портал, фантом, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Еще в ванной узкое окно. Оно не портал, но оно вибрирует. Волнуется. Хорошо, открываю под этим окном воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Портала больше нет, но он показывает вверх на эту систему кондиционера. Хорошо, с этим мы сейчас... И он показывает, что там звук, он слышит звук. Вибрации, которые ему тоже не нравятся. Ну, это понятно, это космический, да. Хорошо, тогда делаем следующее. Открываю поток абсолюта, систему кондиционера 1, 2, 3, и свет отца сжигает полностью весь этот портал. Да будет так, а так и есть. Пошел мощный поток. У
Здесь такой скрежет пошел сейчас. Готово? Хорошо, с этим вопросом мы У нас перешли. Плата еще здесь есть. Конечно, да. Теперь я даю команду. Под всеми платами, находясь в квартире, открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Срываете платы, и платы вместе с их энергиями уходят на переработку в чистую первичную энергию. Пошел процесс. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Значит, у нас тогда осталась неупокоенная душа и бес. И бесу я обещал негатив. Даю команду на счет 3 энергии, эмоции, мысли и чувств. Но здесь эмоции, они не настолько большой, небольшой шар, а космические здесь отблески вот этих плат. И еще есть эти энергии, как резина, которая шар такой средний. Хорошо, под космическим открываю воронку в галактическое ядро, уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Эмоциональный шар забираешь без? Забирает. Отправляю ему. Готов. В эту квартиру больше не приходите, это понятно? Да, ему понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса, уходит на свою частоту, забирает все, что принес. Закрывая, печатаю, растворяю, ставь огненную пентаграмму. Переходим к неупокойной душе. Неупокойная душа, представься, как тебе обращаться. Идет слово свет, свет. Свет? Да, у нее было... Это он или она? Это женщина, у нее было имя Свет, означающее свет. А, может быть, в переводе означающее свет, да? Орли. Орли. Хорошо. Орли, как давно ты закончила свою земную жизнь? 5 месяцев. 5 месяцев назад. И почему сразу не ушла? В каком возрасте? 25 лет. А что случилось? Погибла. Многие погибли. И она показывает, что много было душ. И ну, она решила, что пока не будет уходить. Понятно. В какой стране ты жила? Здесь и жила. Здесь и жила. Хорошо, Орли. И сейчас ты решила покинуть это измерение и вернуться назад в точку исхода. Пора. Хорошо. Ты хочешь, чтобы мы тебе открыли портал? Да, я жду. Открываю светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Орли идет в этот портал. Мы желаем ей всего наилучшего. Ее куратор встречает всех, кто ее знает по ту сторону. Встречает Орли. Желаем ей всего наилучшего новой жизни. Встречает ее? Ее встречают, да. Она ушла в этот портал. Она имела в виду, что я жду, ждала этого открытия в этой квартире. Понятно. Она, значит, получила информацию, что мы когда-нибудь ее будем проверять. Ну что ж, закрывая, печатаю, растворяй. Хорошо. Она ушла. Под клеткой открываю воронку в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. В физическом режиме. Готово. Хорошо. Мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.